еще дольше, не могли ехать. Мы пришли, как только смогли. Мы отвезем тебя в больницу. И почему на ней наручники? Она никуда не сбежит. Она заключенная, мадам. Мы за нее отвечаем. Она рожает, а значит, за нее отвечаю я. Смотри, Лукас, это принесла Рита. Она будет заботиться о тебе, пока я в тюрьме. Стирательница! Где мое лекарство, черт подери? Не плачь. Хватит орать! Потише! Продолжишь в том же духе орать на меня, я твоего сына отберу. Что значит отберешь? Пустите меня! Не могла взять к себе Лукас, это для его же блага. Остановитесь! Я принял решение временно лишить вас права видеться с вашим сыном. Я его мать. Вы опасны. Своим поведением вы не оставляете мне выбора. «Я стану лучше». 28 мая в 19:00. Премьера на Еврокино.